Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать мой любимый рецепт малосолёных кабачков. Делается очень быстро, но зато он очень вкусный. Я взяла вот такие два кабачка. Один желтенький, как видите, другой зеленый, потому что мне нравится сочетание цветов. Получается очень ярко. И сейчас мы их нарежем вместе с вами кольцами. Наши кабачки уже нарезаны, вот такие колечки получились. Посмотрите, какие они тонкие. Это главное, чтобы они были достаточно тоненькие, чтобы они хорошо промариновались. После того, когда мы посолили наши кабачки, нам нужно их хорошо размешать, чтобы соль распределилась везде равномерно. Для чего мы предварительно солим наши кабачки? Это только из-за того, чтобы убрать лишнюю влагу от них. Сейчас я их оставлю в холодильнике где-то на минуты 30-40, чтобы они почилились. Мы со с вами нашинкуем мелко-мелко укроп. Также нам нужно мелко-мелко нашинковать чеснок. Наши кабачки уже отдохнули, и давайте посмотрим, что с ними произошло за это все время. Смотрите, сколько жидкости они выпустили. И сейчас мы их чуть-чуть тоже отожмем. Просто вот так, не сильно. Мы их пережимаем между нашими ладонками и в другую мисочку помешаем. Маринуем следующим образом. Добавляем укропа побольше, так вкуснее. Чеснок. 1 чайная ложка. Добавляем соевого соуса. Мед. Уксус. У меня он яблочный. Острая алия пири-пири. И добавляем тимьян. Оливковая алия. И это все мы перемешиваем. После того, когда мы их замариновали, наши кабачки должны остаться в холодильнике где-то 1,5-2 часа. А вообще лучше всего это сутки. Если вам понравился сегодняшний рецепт, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч. Пока!